Джека Фроста, ты просто... Джек Фрост, здравствуйте. Короче говоря, все это взорвут на принцессу печень, ну, все ссылки в описании. Короче говоря, так мы ждем поезда. Особенности мозга. Вот так вот, воу, да. Так. Так вот, ты чё? Типа, ну давай деньги сюда, слушай, ты. Ну ладно, шутка. Короче,
Правильно, все вот так вот. Так вот сейчас заберемся. А все, висяко, висяко, брат. И так немного завидую с тем, у кого вершины еще впереди. Короче говоря, вот такой вот, ну, можно, конечно, есть вероятность того, что расшибется, потому что гора какой-то. Можно, конечно, вот так вот сделать. Блин, высота охрененная. Так, сейчас посмотрим, тут мы отцепились. Вот, на вершине. Так, отлично, парашют есть. Так, блин. Меня единственное напрягает, это же... А, все понятно. Погнали, все выше, и выше, и выше. И даже брал к небесам. Если ты этим ромом подаешь, видишь, то даже отправишься там. Так, короче говоря. Короче говоря, вот так вот немного двигаемся. Самолет летает нормально. На вершине корма бронит, нормально. Слушайте, а мне иди.
Вот как раз. Давайте почитаем, что тут написано. Вот файл. Основной адрес. Ну вот разработчики могут. Почему флаг Германии, алло? Я думал, флаг сразу купить. И короче говоря, я понял. Нужен двумя способами. Ну это как бы не верхняя точка. Короче говоря, эпичный прыжок. Ну, как-то вот так, друзья мои. Так, ладно. Вот так вот завершили прыжок.
Сейчас еще переместимся кое-куда. Ждите. Ждите меня, новости даже приедут. Печь Сан-Андреас, ну. Короче, полетели сейчас. Если могу немножко рассказать про нее, ну, по сюжетке ей 16 лет, вот это, как девочка-подросток. Вот здесь подросток, ну, вот так вот, как бы так. Был этом диалог не такой смешной, как на 90. Он как раз там на основе память, потом все во все газеты типа напишут. Летающий принцесс, пиздец, эпичный, все так и нормально. Дэйзи, но, к сожалению, Дэйзи нет. Ой, ах. Хотя мне также очень хотелось найти ее, но, блин, здесь мод на нее, но, классно. Дэйзи шутит с колонок. Принцесса Пич, давайте с Дэйзи, но... Да нет, сюда нет, что называется, ну нету. Что теперь? Что теперь? Так, а мы, собственно, сейчас идем к лошади. Пролетаем на джетпеке, просто. Подождите, подождите, блин. Так, пустись.
Куда ты? Скорее всего, Мария. Так, и поехали на лошадке. Йоу. Что это сейчас было? Решил посмотреть на принцессу, кто это на мне сидит. Ты кто? Я принцесса. Да ну. Как зовут? Печь, отнизни, все, поехали дальше. Разговор лошади, принцесса. Вообще огонь. Ладно. Ладно, слушайте, ребята, вот так вот. Вот так вот весело. Можно развлекаться самому, да? Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Йо-йо-йо! Жмите на колокольчик, чтобы получать новые серии. Ах. И будьте всегда на коне. С вами был Джек Рот, всем пока-пока.